Я с пещеры сбежал. Как тебе это удалось? Сам не знаю. Я просто пошел к выходу, а там никого нет. Пошел на улицу, там тоже никого нету. Вот я и сбежал. Слава богу, пошли. Я теперь боюсь, что за мной сюда сиреноголовый придет. Не бойся, он сюда никак не зайдет. Это он. Кто это? Тихо. Это он. Кто? Сиреноголовый. И что теперь делать? Не знаю. Как он вообще сюда мог зайти? Он же огромный. Он, наверное, может уменьшаться. Может быть. Он же как-то в пещеру заходит. По-моему, ушел. Сейчас пойду посмотрю. Вроде ушел. Нужно что-то делать. Он просто так от нас не отстанет. А что мы можем сделать? Он уже целый год нас преследует. Есть у меня одна идея. Какая? Там возле пещеры стоит большой камень. Нам надо дождаться, когда сиреноголовый зайдет в пещеру. Ну? И мы этим камнем закроем вход в пещеру. И все, он больше никогда не сможет выйти. Да, но это очень опасно. А что делать? Другого выхода я не вижу. А ты знаешь, что лес и пещеру охраняет Хаги-Ваги? Нет, никакого Хаги-Ваги я там не видел. Ты уверен? Конечно, я же только там был, никакого Хаги-Ваги там не было. Тогда можно попробовать. Только надо взять в помощь с собой полицейского. Давай сами в лес пойдем. Ладно, сейчас я пойду тогда быстро оденусь. Захар, это ты? Ты разве не сбежал из пещеры? Нет, как бы я сбежал, если я сейчас с тобой разговариваю? Ничего не пойму. Ну-ка, подожди, ничего не говори. Ну ты собралась? Да, еще одну минутку. Там сейчас в комнате сидит мой брат Захар. А ты тогда кто? Нет, Ульяна, не верь ему. Там не я. Я тут, в пещере.
Почему я должна тебе верить? Я кое-что узнал. Это кто? Это полицейский. Он не предатель. Что? Он там. Куда он подевался? Он же был здесь. Не знаю. Испарился, наверное. Так может, это и правда был не Захар? А кто? Ну, Хаги-Ваги, например. Может, он превратился в Захара и хотел заманить меня в лес? А может, это сам Сиреноголовый был? Значит, это был он, а не Захар. Я же говорила. Кто там? Ты? Никакой я не Хаги-Ваги и не Сиреноголовый. А зачем тогда прячешься? Я испугался, что вы мне не поверите. Кто ты есть на самом деле? Я Захар. Почему вы мне не верите? Потому что Захар мне только что звонил по видеосвязи. Он сейчас в пещере. Нет, этого не может быть. Я настоящий Захар. Чем докажешь? Ну что мне сделать, чтобы вы мне поверили? Мы сами это проверим. Мы сейчас пойдем в лес, а тебя запнем в квартире. И там посмотрим, там ли Захар или здесь. Пошли. Нет, пожалуйста, не уходите. Я один боюсь здесь быть. Может, правда его возьмем с собой? Куда он от нас бежит? Ну, пожалуйста. Ладно, пошли. Нам нужно добраться до пещеры так, чтобы ни Сиреноголовый, никто нас не заметил. Идем тихо и аккуратно. Да, пошлите. И когда мы подойдем туда, самое главное, полная тишина. Идеальная тишина. Тихо! Кажется, там кот.
Нам нужно быть осторожными. Этот полицейский расставил камеры по всему лесу. Я выхватил у этой девчонки записку. Тут все сказано про камеры. Теперь вы мне верите? Да. Получается, Cartoon Cat с ними заодно. Он все время врал. Нам нужно что-то делать с этим полицейским. Иначе Сиреноголовый нам этого не простит. Ты иди к этой девчонке, а я пойду проверю, как там Хагиваги. Ему скоро опять на связь выходить с этой девчонкой. Значит, это был Хагиваги, а не Захар. Он перевоплощался в Захара и звонил мне. Я же вам говорил. Да, и они присылали к тебе кота, чтобы он втерся в тебе доверие и поссорил нас с тобой. Для этого он и приходил. Теперь-то все стало на свои места. Точно. Вот он и сиреноголовый! Он, наверное, в пещеру идет. Нам нужно идти за ним, чтобы точно понять, что он пошел в пещеру. Тихо! Нам нужно точно узнать, куда он идет. Мы должны убедиться, что он пошел именно в пещеру. А если он не в пещеру идет, что нам тогда делать? А куда ему еще идти? Он же там живет. Со мной. Господи, прячься!
Кажется, он чувствует, когда мы за ним следим. Или он нас просто слышит своими большими локаторами. За мной! Мы не сможем так идти за ним в открытую. По крайней мере, не все сразу. Сейчас мы обговорим план. Вы пойдете готовиться, а я пойду за ним один. Тихо попробую проследить. Может, так он нас не заметит. Я должен убедиться, что он пошел именно в пещеру. Захар, ты говорил, что у тебя есть какой-то план. Да, я был в этой пещере, и я успел ее обследовать. И там только есть один выход. И как нам это должно помочь? Так вот, на самом верху, над этой пещерой, лежит огромный камень. Ну? Мы заманим Сиреноголового в пещеру и скинем этот камень. Да, точно! Мы скинем этот камень, завалим вход в пещеру и заблокируем там Сиреноголового навсегда. Точно! Только мы должны делать все тихо и аккуратно, чтобы Сиреноголовый не догадался, что мы готовим ему ловушку. Что? Что там такое? Тихо. Вы это слышали? Слышали? Там, по-моему, кто-то есть. Тихо! Стойте, идите за мной. Никого. Так, а что теперь будем делать? Сейчас приступаем к нашей операции. Все как договорились. Вы сейчас идете в лес и спрячетесь там. Я постараюсь проследить за Сиреноголовым. Тихо и аккуратно. Когда я приду в лес и убежу, что он пошел к пещере, я вас найду. Все ясно? Тогда за дело. Захар, а ты знал то, что Сиреноголовый ходит по ночам по городу и ворует детей? Нет. Так вот, недавно мне один мальчик рассказал, что Сиреноголовый украл его брата. Как? Когда они спали, у них в комнате было открыто окно. Сиреноголовый подошел к окну, протянул руку и утащил мальчика. Нет, я не верю. Этот мальчик сам видел своими глазами. Капец, а вдруг он к нам придет и утащит нас? Не придет. Поэтому мы и здесь, чтобы избавиться от него навсегда. Мы закроем вход в пещеру, и он оттуда никогда больше не выберется. Тогда пошли уже скорей!
Слушай, Ульян, а если у нас ничего не получится? Сиреноголова нас заметит, и мы точно все пропали. Не бойся, полицейский все продумал, осечки быть не может. Пошли, он, наверное, уже там. А куда это он пошел? Там же нет никаких пещер. Походу заметил. Какой-то он странный. Все что-то высматривает. Кажется, пронесло. И Cartoon Cat меня постоянно обманывал, настраивал против полицейского. А я ему верила. Ну а как ему можно было не поверить? Он же меня спас. Так вот же, вот я и подумала, что он добрый и с нами заодно. Ты это слышал? Да. Стой, я сейчас пойду посмотрю. Ну что, кто там? Никого. Ну что-то здесь нечисто. С чего ты взяла? Такое ощущение, что за нами кто-то наблюдает. И причем уже очень давно. Ты думаешь? Мне кажется, да. Помнишь, полицейскому тоже это показалось. Пошли тогда уже быстрее отсюда. Сейчас, минутку. Не смотри туда. Не смотрю.
Там сзади за нами Хагиваги следит. Что нам теперь делать? Бежим! Кажется, он ушел. И что теперь будем делать? Мне кажется, он все слышал про наш план, что мы хотим закрыть Сиреноголового в пещере. Мне кажется, он придет и ему все расскажет. Тогда нужно быстрее предупредить полицейского. Тогда нужно торопиться, он в опасности. Пещера где-то там. Пошли сюда. Куда же он подевался? Неужели за Захаром побежал? Захар! Я аж сама испугалась. Ты так классно его вырубила палкой, он даже вообще сообразить не мог, что с ним произошло. Ага. Давай скорее отсюда уйдем, пока он не очнулся.
Ульян! Это же то дерево, где мы были с полицейским привязаны. И веревка эта. Это когда вы сюда сиреноголову привязал? Да, и у меня, кажется, есть идея. Какая? Давай сейчас возьмем эту веревку и привяжем ею Хагиваги. Ага, а вдруг она очнется? Что мы тогда будем делать? Да не очнется, давай помогай мне. Помоги мне вот это дерево дотащить. Не надо. Да не бойся. Теперь он тоже никуда не денется. Пошли. Тихо! Ты слышишь? Там звук рации! Куда же он идет? Это не дорога на пещеру. Он привел меня на гору, на которой должен быть камень по нашему плану. Что-то он задумал, этот сиреноголовый. Нужно разобраться со всем этим. Прием, прием! Вы нас слышите? Отзовитесь! Прием! Да, да, я вас слышу! Я почти на месте! У вас все в порядке? Мы видели Хагиваги! Что? Вас плохо слышно, я не слышу вас! Вы нас слышите? Сиреноголова все знает!
Прием, прием! Прием! Я вас не слышу! Вы нас слышите? Он не слышит. Надо ближе побежать. Это же тот камень, про который говорил Захар. Что же он сделал? Наш план провалился. Надо срочно оповестить Ульяну и Захара об этом.